Так, что тут произошло? Тут скука смертная. Типичная позиция Джабалы, напряженный центр, ничего не понятно. Мне кажется, что у белых получше. За счет слабой пешки А4 и слабой пешки Б7 пешку же Джабал не девает пешки. Там на C5 падает. Я бы в 4 сыграл. Вот он тоже, этот аргентинский международный мастер тоже так думает. Почему Джабал не девает пешки? Да, но белым нелегко добиться прогресса, потому что когда F5 не сыграешь, F5 конь на E4 полезет. А как вот огибать эти поля, не очень понятно. Ну да, Джабалу, наверное, достаточно пространства, чтобы держать тут. Держать неплохую позицию. Ладья E7, ладья E8 я бы сыграл. Никита просто... Это много, подозрительно много ходов я угадываю. Все. Надо было играть в турнире, конечно. Не факт, что они еще правильные. Да, конечно, но тем не менее, даже если я играл бы не хуже, чем Джабава, то думаю, что результат был бы неплохой. Б5, вот Б5 я бы не угадал, а ход очень идейный. То есть все, теперь у черных нет слабости, теперь, наверное, уже черные чуть-чуть на победу играют. Хотя, ну, в этой позиции вообще тяжело добиться прогресса. Можно предположить, что черных чуть получше, потому что вот... пешки белых, они зафиксированы на черных полях. Это означает, что потенциально у черных слом, у белых слом плохой, у черных хороший. Но вот реально что-то из этого извлечь, но шансов мало. Он меняет легкие фигуры. Сейчас, видимо, идея в том, что ладья на E4 приезжает, но он не успевает. Ай-яй-яй. Да, Джабава эту партию не выиграет. Пусть просто можно поменяться, это уже крепость. Уже. Ну, не меняться тоже можно. Мне кажется, вот поменяй на E7, это уже крепость. То есть просто у черных нет ресурсов. Ло? Но есть слабость вот здесь вот. Да, но тут это одна слабость, ее мало. То есть поменяй и пойди король F2. Ну или можно ходить туда-сюда, уже вариант. Так, ну Джабава настолько хочет выиграть, что вот уже абсолютно провокационно играть. Надо это бить. Почему бы и не подбить? Почему бы и не подбить, и потом не сыграть ладья и ты, ладья и 6? Не, вот тут сюда залезает, видишь? Идея в том, что на побили. Я понимаю. Побили. Я понимаю. Но я побил бы. Ладья и 4. Но он хочет ничью просто. Да, не стоило. Когда у себя даже сильный космос делает такие провокации. Выигранное? Почему выиграно? Потому что конь сильнее, чем этот слон-дурак. Но да, если это проблема пешка b2, да, и пешка a3, и пешка... Белые мечтают о ничьей, а Джабава пытается вывозить. Да, я просто сразу оценил, я не забыл о том, что пешки на тех полях, которые удобны для атаки, то есть слон c1. Было получше у этого аргентинского мастера, но... Смотрите на мой интернет. Это ужас. Шикарно. Нет, по сравнению с моим, это все равно... Даже две мои палки лучше, чем... Даже одна миллионная одной вот этой палки лучше, чем то, что у меня в самый лучший момент за все время. Прожив нету. Конь c3. И на отход ладьей конь А2. Ладно. Да нет, он хочет ничью. Какой конь А2? Белые очень сильно хотят ничью в этой партии. Хотя объективно... Вот нельзя настолько сильно хотеть ничью. Он доиграется сейчас в итоге. И король F3. Нет. Он доиграется сейчас. Он счет B4 получит. Так B4 не реагирует. Просто ладья E1. И у белых большой перевес. Большущий просто. Мне кажется. После ладья E1, как играть? Стоп, ладья E1, и там порыв же не держится, да? Ой-ой-ой-ой. Джабав зевнул. Ладья B7 надо играть. И теперь как играть? Ладья E4. Белых реально большой перевес. У черных максимум будет одна проходная на А, которая легко держится. А белые просто все пешки съедят там сейчас в тылу. Ну что ж ты делаешь-то? Он хочет побить. Да он слишком боится. Ладья B3, он под шаг лезет, да.
А это все равно белых лучше, но он слишком боится Джабава. Что ж ты делаешь-то? Не, ну все равно выиграно, все равно ладья E7 выиграно. Но... Даже G5, мне кажется, дает большие шансы на перевес. Не, надо зачем менять вешки, когда их можно съедать. Ладья E7. Король E5. Да не, ну просто сейчас пешки просто черзи пройдут. Как это, король E5 хочется сыграть, да? Да, король. Почему не на D6? Почему не на D6, да? Это странно. Это, в общем, международный мастер играет, видимо, слабо, но Джабава настолько хочет выиграть, что перегнул палку. Так не, сейчас подожди. Ага, король B5 и есть угроза ладья. А, король B5 нет, это ладья A3, G5. Король F6 глупость. Король F6 глупость была, конечно. H6, ладья F4, король G7, G4. А, не, H6, король там ладья H7 сейчас можно. Да, H7. Белые быстрее, ничего не скажешь. Белые быстрее. F6, F7. Так, стоп, F6, D3, не знаю, в общем... Ну как быстрее? Опять... Мне кажется, здесь игра на... Мастер. Да. Да, уже... Идет игра на все-таки на 2 результата. Я не могу... Черные... Нет, тут только что белые просто абсолютно выигранно стояли. А сейчас я не знаю, что происходит. Будет две пешки за ладью, да? Нет, так. D1 стоит сыграть, наверное. D1 надо так, сыграть. Нет, так будет F8 ферзь. Я понимаю, да. Что происходит? Всё, D1, F8 ферзь, ферзь D4. Нет, Джабав... может ферзь D8 сильнее. Ферзь D8 и далее F8 ферзь. Наверное, потому что сейчас ферзь D4. Как держать? Как это все держать? Король H7, что ли, единственный ход? Ну да. Ну, да. Ферзь H4 уже ничья, по крайней мере. А король G6? Король G6, ферзь H8 тогда. Они, он защищает. Да. Жуть вообще. Ну может быть Джабава будет на победу играть? Джабава на победу играет. Не, ну стоп, а как здесь можно? Как здесь можно на победу? Не, можно на победу, потому что 20 секунд и пешка G все-таки не держится, а А2. Стоп, действительно, там же король B3 просто, какой кошмар. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Что за ужас вообще произошел сейчас? Не знаю, они зевают. Зачем? Они зевают каждым ходом. Ладья А4, ну вот у белого уж точно не проиграет. Король Б3 вместо G4. Что Джабава делает в этом турнире вообще? Что в предыдущий... Что у него с эндшпильной техникой, не пойму. Это просто ужас. Так, ну это выиграно за белых, абсолютно. Не-не-не-не-не. Это надо считать, ну... Не знаю. Наверное, нет все-таки. Да, нет, не выиграно. Не выиграно. Шах. Нет, не выиграла. Не хватает одного темпа. Да, и король D2, ничья. Король E2. Ну, в общем, Джабава ужасен. Ну, аргентинец играл. Да, аргентинец играл плохо. Да, так до королей. Вот, до королей ребята бились. Ну, Джабава, ну как так можно? Там вот верни назад. Вот верни до, ну, там, до какого-нибудь хода 80-го примерно. Ну, до 80-го, да. Вот тут вот они пошаховали, он поменял ферзей в итоге. Видимо, грамотно поменял. И тут, ну пойди, король B3. Вот. Да нет, да не здесь. Место G4. Король H8. Вот место G4. Король B3, пойди. Все равно ничья, да, ладья B7. Ладья B7, ладья A7, ладья B7. Король на A1, когда король на A1 придет... Ну давай вот проверять вариант, король C3. Король нет, ну зачем сразу блокировать-то? Король C3, ладья A7. Король B2. Ладья B7, король A1. Ладья A7. A2. Да, ладья B7. Ну я согласен, да, тоже ничья. Может быть тут даже белые на победу играют. Король G7, G3. Король... Как бы короля похитрее поставить? Король G8, наверное, сейчас. Король G8, да. G3, король F8.
F8 нельзя, это G2, ладья G7, король B1, B1, ладья G2, A1 ферзь, шах, побил ферзя, и белые выиграли. Ну, не знаю, требует проверки.